Здравствуйте, это четвертое измерение. Сегодня мы подготовили для вас обзор на модель из коллекции Chemin de Tourelle. Это совершенно особая модель, в которой сконцентрирована важная часть истории бренда Tissot. Свое название модель получила благодаря улице в Лилокль в Швейцарии, в которой в 1907 году была построена фабрика Tissot, продолжающая свою работу по сей день. Данная модель – это механика с автоподзаводом, то есть ее можно подзаводить как вручную, вращением заводной головки, также она подзаводится автоматически от движения кисти запястья руки. Здесь очень большой запас хода – 80 часов. Также модель оснащена выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали 316L высшей категории. А это значит, то, что часы гипоаллергенные, устойчивы к коррозии, нержавеющие. Модель с водозащитой 5 бар. Это означает то, что если вы попали под сильный дождь или забыли, что вы в часах и помыли руки, ничего страшного, часы защищены. Циферблат выполнен в глубоком синем цвете. Также вы можете наблюдать очень красивый узор, который называется «Парижские гвозди». Браслет оснащен застежкой бабочка с кнопками защиты от случайного расстегивания. То есть, если вы нажмете на одну клавишу, браслет не расстегнется, только при единовременном на две. Спасибо за ваше внимание. Ждем вас на нашем сайте.